Организатор конкурса «Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе» за главный приз в номинации «Я супермама» решили побороться 5 участниц. На то, чтобы уверенно двигаться на сцене, потребовалось 2 месяца подготовки. Каждая из участниц должна была подготовить собственную презентацию, выступить в спортивно-танцевальном номере, показать свое мастерство в пеленании ребенка и кулинарии. Здесь можно было заработать очки не только в конкурсе, но и в семейной жизни. Когда выбор стал перед тем, что готовить, я долго не думала, потому что у нас есть коронное блюдо нашей семьи. Это морковный тортик, которым обучила меня моя свекровь. Ну а самый волнительный для любой женщины этап, конечно, дефиле в платьях. Кроме того, участницы разместили свои фото на сайте aquamama.ru, так что голосование шло параллельно в интернете. В итоге жюри объявило результат. Супермамой 2015 стала белокурая красавица Светлана Расторгуева. Самый волнительный конкурс для меня – это был, конечно, конкурс презентации, потому что один на один со зрителями, если честно, то прошло как во сне, но невероятные получила эмоции. Также была выбрана самая спортивная мама – Анна Мармышева. Альмиру Семенченко признали самой стильной, Марину Грачеву – самой веселой, Ольгу Соколову – самой нежной. А самой креативной объявили Юлию Плахину. Самое главное пожелание участницам – в нужный срок успешно стать мамами и вернуться на конкурс снова, уже со следующим ребенком под сердцем. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.